Дорогие друзья, на самом деле, нас сейчас здесь не так много, как хотелось бы. В 20-х числах августа 91-го года нас было гораздо больше. Мы были огромной страной, страной, в которой было 15 республик, которые, как здесь уже было сказано, высказались за сохранение Советского Союза. Но что мы получили? Мы получили провокацию 20 лет назад, за счет которой к власти пришли те, благодаря которым наша страна последние 20 лет живет в том состоянии. Из такой ситуации мы пока никак не можем вылезти. Зачем далеко ходить? Достаточно посмотреть и оглянуться назад. Мы видим Каташевскую набережную. Она была полностью снесена памятник архитектуры в 1994 году, несмотря на протест прокуратуры. Здесь среди стоящих есть множество людей, которые отстаивали ансамбль Кадашей. И что же мы видим? Мы видим Москву в руинах. Это только внешняя сторона. С политической точки зрения, то, что сейчас происходит в обществе, иначе как деградацией назвать нельзя. 20 лет мы живем не просто в пустоте, мы живем в полном вакууме. В вакууме, в котором не может жить человек, мыслящий свободно. Мы, граждане великой страны, великого Советского Союза, хотим жить в Советском Союзе. И мы подтверждаем волю того референдума, который был в 91-м году. Мы проклинаем имена депутатов Народного Совета Российской Федерации, которые 12 июня 90-го года подписали декларацию о государственном суверенитете. Именно благодаря этому акту мы впоследствии получили то, что получили в августе и декабре 91-го года. Мы должны помнить это, и мы должны делать из истории необходимые выводы. Но главный вывод — это то, что от каждого здесь стоящего на площади зависит судьба нашей великой Родины, зависит наше собственное будущее. Как только мы с вами это осознаем, ни одни преграды, ни одни ограждения не остановят то народное подлинное движение, которое полностью снесет то, что сейчас называется российской властью, и восстановит великий и могучий Советский Союз. Да здравствует советская власть! Да здравствует советский народ! Да здравствует великий советский проект! Ура! Ура!